Что касается нового закона о курении, то я его всяческим образом поддерживаю, несмотря на то, что Грешин вновь потянулся к сигарете после там, где-то 4 лет воздержания. Так уж получилось. Но сейчас я ловлю себя на мысли, что даже приходя в магазин, я не вижу перед собой указ вот этого разнообразия и уже несколько раз забывал действительно купить эти сигареты. А плюс еще ко всему в барах, клубах, ресторанах тоже запретили курить. Наконец-таки ты приходишь домой, и аромат твоей одежды остается тем же самым, с которым ты пришел в то или иное заведение, а не полностью пропах и воняешь пепельницей. Это давным-давно уже и в Европе, и в Америке. Я вообще поддерживаю все, что связано со здоровьем нации. И тут пошли разговоры в том числе о том, чтобы даже запретить алкоголь продавать по выходным. Ну, в принципе, некоторые северные страны уже давным-давно живут с этими законами и нормально себя чувствуют. Может быть, даже стоит пойти по такому категоричному пути.